В столичной академии искусств прошла презентация антологии поэтов на тему «Азаттыгым гажап күнім». Мероприятие приурочено к 25-летию независимости Казахстана. В сборник включены 105 работ отечественных и зарубежных поэтов, посвященные независимости нашего государства и любви к отчизне. В книге собраны произведения наших соотечественников. Это порядка 15 поэтов, представителей казахской диаспоры из Монголии, 40 из Китая и еще 5 авторов из России. Отмечу, что антология является одним из самых крупных сборников за годы независимости. Кроме того, в рамках мероприятия было также организовано состязание поэтов на тему независимости и патриотизма. Победителям вручили дипломы и ценные подарки. Независимость – это самое сокровенное для нашего народа. Особенно для поэтов, молодых поэтов, проживающих за рубежом, независимость Казахстана оценивается как особый дар для казахского народа, для казахстанцев в целом и для казахов, которые проживают за рубежом. Поэтому они свои песни, свои стихи, свои произведения всегда посвящают родному краю. Наши поэты сегодня пришли на это мероприятие с большим и сердечным подарком. Это антология.